тащила на эту. Ух ты, Митяй, смотри. Офигеть. Здоровый. Блин, зацепился там огромный карась. Это трофей. Это трофей. Друзья, это хороший карась. Удочка в дугу. У-ху-ху-ху. Смотри, Митя. Офигеть. Оба-на. Ёбаный в рот. Он весь побитый. Это его чайки побили, походу. Офигеть, здоровый. Смотрите, хребет как побитый весь. Это, походу, чайки били или что? Да, карасяка хороший. Кто умеет, тот ловит. Всем привет, друзья. Мы снова на рыбалочке. С Митяем приехали на рыбалку половить карася. Закинули, сидим. Ждем поклевочки. Приятного просмотра, друзья. Не переключайтесь. О, хороший карась. Друзья, поймал карасика на червя. Блин, чуть-чуть не сошел. Нормалек, рыба есть. Начало есть, друзья. Что, во что превратился червяк? Себе, не хочу. Вот на перловку поклевывает, да, реально поклевывает. О, смотри, что-то там теребит опять. А? Есть карасик. Потихонечку разлавливаемся. Карась не крупненький, но это уже хорошо. Отправляем червя и забрасываем дальше. Да, друзья, вот мы рыбачим вот на такую глубину. Вот получается, вот смотрите, сантиметров 20, наверное. С мелочь. Вода мелкая вообще. Она уже высыхает здесь, можно сказать. Болото уже. Погода портится, вот это вот плохо. Посидим, половим, посмотрим. Есть карасик. Нормально. Хороший карась. Сколько же этого карася в этой луже, а? Вот хороший карась попался. Вот такой карасик.
Он проводит и бросает. Вообще, блядь, его даже не дошли, даже его, блядь, даже не укусили, не укусили ни разу, блядь. Тащила. Есть. Есть еще очередной карасик хороший. Прям нормальный карасик. Да, это карасик нормальный. Друзья, ловим потихонечку. Клевал, 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 блядь. Минут сколько? Минут 10 уже клевал. Видишь, я его поймал. Где? Ага. За пузо, нахуй. За пузо поймал. Ну клевал, клевал. Поздравляю, обрыбился. Заебал, клевать. Не матюкайся. Удочку, ёп. А ты давно её цепил вообще? По... Ты когда кидал, он её потянул. Да? Ну да. Лоб потянулся. Просто я думал, что он... Походу плетёнка лежала, я плетёнку зацепил, да? Ещё и зацеп здесь. Вообще хорошо. Блин. Вон карась висит. Я и удочку свою зацепил. Она там в траву зацепилась. Ладно, выключаемся. Сейчас будем отцеплять каким-то образом. О, блин, зацеп. Нету ничего. И перловки нету. Еще нормальный карась, смотри. Ну, она, да, она, оказывается, сидела. Пузатенький. Да просто кто умеет, тот ловит. Все дело в этом. Вот тоже стартанул и бросил. Может быть и ротан. Да скорее всего ротан уже заглотил бы его. Так, вытащим. Может уже его. Ух ты. Не, перловка на месте. А шо ж ты так? Господин карась. Карась все уже. Унтер из комнаты. Унтер из комнаты. Блин. Не успел. Пока камеру включил. Да, он тащил на базу в итоге. Да. Видишь, я пока камеру включил, покачать и отдал. Раньше мы его здесь ловили, где мужики сидят сейчас. А это место занято, мы сели в другое место.
Здесь вот такое болото, вот практически ничего не осталось из-за того, что не было разлива. Чуть дальше там вообще пересохло, можно пешком пройти. Вот, нету воды. В следующем году здесь, если разлива не будет, я не знаю, не будет, наверное, рыбалки. Опа, что-то клюет. Зацепила еще. Прикинь, она сидела. Это вообще малюсенькая. Ее отпускаем. Хотя у тебя шансов нету здесь выжить в этом году. Не могу понять, как я вторую удочку зацепил. А, блин, у меня перловка целая на месте. Чё я? Андрей, я вот только закинул, он уже клюет. Не засеклась. Я одну перловку стянула. Поймался. Да. Что говорю, на перловку клюет. Еще нормально. Карасик. Прям карасик. Смотри. Карась обыкновенный. Карась, да, обыкновенный. Ну вот, вот такой карасик. И на ту клюет. Так, крайний заброс. И собираемся. Вот. Кто умеет, тот ловит. Карасевич. Остается. Ну вот и все, друзья. Порыбачили, посидели, отдохнули. Мы выезжаем в основном на выходных. Кайфово. На самом деле, вообще очень приятно. Ну, да, вот такой лужи рыбачили. Здесь воды вообще нету. Вон. Все высохло. Полностью высохло. И вот чуть-чуть карасиков вам поймали. Вот. Немного там. Не знаю, сколько там. Да, чуть-чуть карасей поймали. Один такой вот нормальный. Вот и все, друзья. Как-то так. До новых встреч. Всем пока.